братья россияне, да? Чугачам. Это что? Дартс. 300! 30! 3! Спасибо! Победа будет за нами! Ура! 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 За Донбасс! Мы скоро все поедем на Украину, все полностью, в одно и то же направление, все рядышком едем, на запад. Ты магнит? Бывает. По пятам постоянно причем. А что, открыть хочешь? Он тогда уже для Кривого потонул, да? Кто-то отвинтил горло. Парни покидают позицию, переезжают, да, потому как закончено на нескольких направлениях, надо двигаться дальше вперед. Тоже видишь, посеть натянута, с квадрокоптера всякие засекали. Ну да, чтоб не видно было, да? Да по ней, ну это уже, конечно, от выстрела более, да, ну около 1000 штук где-то мы за месяц. За месяц 1000 штук. Ты же сам с Лисичанска, да? Да, сам с Лисичанска. Скоро уже домой. Да вот уже. Наши ж вошли. Ну, видно, иду... куда едем, уже видно. Лисичанск, окраина, все. А отсюда уже не достаем. 8 лет этого ждал, да? Да, 8 лет уже. 8 лет, 8 земель. Парни, тоже... парни все погрузят. Потом с парнями пообщаемся. Что ты ждешь? Подаешь, да? Да. Как дела? Все отлично. Совместный? Гильзы, гильзы. Поэтому ребята отработали благодаря им. И двинулся фронт. Потому что, сами понимаете, артиллеристы — боги войны. Позиции можно снимать. Можно уже все показывать. Потому как ролик выйдет позже. А парни уже отсюда двинутся вперед. На много километров. Кто еще не в курсе, Луганская область практически освобождена. Мы практически все вернули под свой контроль. Вот так выглядит БК. Это второе орудие, вторая пушечка. Здесь парни работали. Здесь вам передавали привет. Я вставлю в этот ролик, кто не смотрел, посмотрите. Да, ребятам, всем твоим подписчикам, Олег, большое огромное спасибо за то, что заказывают помощь. Передаю привет Олегу Сепару от 6-го казачьего полка. 300! 30! 3! Четенько, блядь! Мы приехали прямо под переезд. Парни сегодня переезжают, перемещаются на новое направление. Линия фронта была сдвинута. Благодаря вот этим парням и была сдвинута. Поэтому спасибо, парни, за вашу работу. Спасибо за все. Спасибо и вам. Спасибо подписчикам, которые поддерживают. Спасибо, Олег. Помогаю. Что ценные. Не знаю. Помощь. Давайте, отойду. Очень нужен нам будет сейчас генератор. Там со светом пока напряжно. Я думаю, да, очень пригодится. Внимание, да. Еда тоже как бы в магазине не работает, ничего. А то, что выдается, тоже все равно на одном не будешь сыть. Берцы, форма тоже как бы подменка. А варижа. Стиркой.
не знаю, как там оно будет, тоже напряжно и напряжно. Как настроение? Боевое. Какое оно еще должно быть, да? После таких радостных событий. Конечно. Главное, что вперед, а не куда-то там и на месте. Не засиживаемся. А сразу боевой дух у всех поднялся, да? Ну, конечно. Как только линия фронта сдвинулась. Она, кстати, неплохо и двигается на донецком направлении. Поднялся. Тоже населенный пункт за населенным пунктом берется. Бегут. За 3 месяца выдохлись они. Сейчас поможем. И расти, я думаю, пойдем туда, на Донецк помогать. 100%, да, луганское направление закончится, пойдет донецкое, а возможно и харьковское, николаевское, днепропетровское и одесское, правильно? Ну да. И туда на запад. Туда на запад? А может, ну их, они там какие-то не меняют. Ну, людям помочь же все равно ж надо избавиться от этих упырей. Человек говорит, остановимся, может, возле статуи свободы. Ну да, связи если не будет, мало ли, всякое бывает. Заблудились немножко. А тут на статуе свободы хорошо берет Лугаком. Подкидывать можно. Под Wi-Fi. Wi-Fi поймать поехали. Перекурим уже там назад. Танковый 120. Танковый, да? Ну тут еще была хрень такая с алюминием, наверное, там. Пусть рыбе она вылетает. Ну это нас, да? Блин. Тут купались пацаны. А теперь все заново строить. Ну главное, фронт двинули хорошо. То, что строить. Все. Вот так. Военная смекалка. Да. Вот так парни купались. Душек забираем, стройматериал один хрен не заканчивается. Он постоянно пополняется. Постоянно, да. Здорово, пацаны, всем сепарам привет. Пришли добровольно с братиком. Пацан 96-го года. Город Красандон, улица Пироконная. Мама, папа, привет. Луганская область, село Пархоменко, всем привет. Красавцы. От самого безумного расчета. Как служба вообще, пацаны? Да все отлично. А вот это что у вас там сзади? А ну-ка покажите. Это трофеи, танковые ломики. А, ох, красавцы. Не пробил. Не пробил, да? Конечно нет, нас не пробили. Нормально, победа по-любому будет за нами, пацаны. Еще чуть-чуть, все будет хорошо. Потерпите, Лисичанск терпи, скоро пройдем. Мы всем отомстим. Обязательно отомстим, мы все помним. Все. Так что пока есть возможность, пусть сдаются русским. Потому что когда мы придем, скажи, никакой жалости не будет никому. Вообще, никогда нет. Все правильно. 8 лет терпели, пора это закончить. И мы очень рады, что мы попали как раз в этот момент, когда это все уже идет на перелом. Мы очень рады, что мы это закончим. За поддержку всем спасибо. За Донбасс. За Донбасс. Парни, спасибо за прием. Да. Человека с днем рождения. Здоровья тебе, счастья, спасибо, благополучия, спасибо. Мира. Да, чтобы до конца боевых, да, военных действий, куда бы мы ни приезжали, всех я бы вас видел живыми, невредимыми, и все было хорошо. Всегда были жизнерадостные. Ну и спасибо за ваш тяжелый труд. Спасибо. Люба. И вам спасибо. Спасибо! Победа будет за нами! Ура! Ура!